Для того, чтобы узнать о положенных льготах на жилье, не обязательно обивать пороги собеса и изучать десятки интернет-сайтов, а в поисках оптимальной ипотеки обращаться в десятки банков. Подобрать себе квартиру по выгодным условиям можно в одном месте – в Совжи. Фонд сегодня выполняет функцию единого окна для всех, кто хочет решить свой жилищный вопрос, но пока не знает как. Семья Соколовых давно мечтала о собственном доме, но продавать тесную однушку не спешили. Пугали очереди и трата времени, которого у молодых родителей попросту нет. Обратиться в Совжи посоветовала знакомая. К удивлению Соколовых, сделку оформили за один день. На удивление, очень быстро, за 30 минут нас и проконсультировали, и все оформили, все документы сразу же собрали, то есть не пришлось несколько раз ездить и тратить очень время. Такой развернутый был просто ответ консультанта, как бы рассказали все полностью плюсы, минусы. Сделать процесс оформления ипотеки и приобретения жилья понятным, доступным и быстрым. Здесь помогают тысячам самарцев. Менеджер сразу спрашивает, куда хотите вы вложить свои ипотечные средства, то есть где хотите приобрести, на первичном либо на вторичном. Какие банки предпочитаете? Если не предпочитаете вообще никаких банков, мы расскажем о всех тех, которые оказывают услуги ипотечного кредитования на рынке Самары и Самарской области. Мы за вас подадим документы во все эти учреждения. Вы выбрали квартиру, если это вторичное жилье, значит, мы посмотрим ваши документы, посмотрим, какие правоустанавливающие, нет ли сложностей в виде наследства, например, в виде приватизации, достаточно ли все документы. То есть проводим правовой анализ, юридический анализ тех документов, которые предоставляются по квартире. Мы вас будем вести на протяжении всей сделки до того момента, пока вы не станете счастливым обладателем квартиры. Работа с фондом – это гарантия того, что ипотеку даст проверенный и надежный банк. К слову, Совжи в тройке лидера в области по количеству выданных ипотечных кредитов. Опережают регионального оператора лишь традиционные федеральные фавориты финансового сектора – Сбербанк и ВТБ-24. Показатели – результат действия госпрограммы «Жилье для российской семьи», которая активно набирает обороты в регионе. Ее участник – молодой специалист Антон Горшков. Вот-вот получит ключи от новой квартиры. Кстати, ее он выбрал в интернете. Это еще одна опция, которую предлагает фонд. Планировки, сроки сдачи квартир, стоимость квадратного метра. На сайте Совжи есть вся необходимая информация обо всех застройщиках. Иногда человек приходит за одной покупкой, а выясняется, что ему, например, нужен вообще земельный участок с домом или как альтернатива, если у него не хватает денежных средств. Мы предлагаем, например, таунхаусы, которые у нас вот рядом с поселком городского типа Новосемейкино, хотя застройщиком является Самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. Иногда приходят купить у нас квартиру в южном городе. Мы понимаем, что у нас такой квартиры нет. Мы отправляем компании «Древо», которая реализует, или «Юг-1», мы все знаем, который реализует эту программу. Иногда говорят о том, что вот мы хотим что-нибудь экономичное, но вот в части, где торговый центр «Московский», конечно же, мы предлагаем «Кошелев» проект. Если это «Просеки», мы предлагаем компанию «Берег», компанию «Дон». То есть здесь у нас вариативность достаточно большая. Отправив онлайн-заявку, можно быть уверенным, с вами оперативно свяжется менеджер и проконсультирует по всем вопросам. Кроме этого, в фонде работает горячая линия. Все услуги фонда абсолютно бесплатные. «Единое окно» – это реальная возможность узнать не только о рынке жилья, но и социальных программах, которые реализуются в области. Это поддержка молодых педагогов, молодых многодетных семей и многие другие. Все это реально, как бы это нужно просто брать и делать. Как бы, если вам нужно жилье, то, безусловно, нужно искать варианты, рассматривать. И главное, этого не бояться. Очень часто мы просто боимся делать первый шаг. И если мы хотим осуществить свои задачи и цели, нужно к ним идти. Правительство Самарской области сейчас такую возможность нам предоставляет. Поэтому нужно определиться с самими собой и не бояться вступать в программу. А семья Соколовых уже приехала посмотреть, как строится их будущий дом. Двухэтажный таунхаус в поселке Звездный почти готов. Остались мелочи во внутренней отделке, и можно справлять новоселье.